Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области реализует в регионе бесплатный образовательный онлайн-проект «Профориентация». Он проходит в два этапа – онлайн-тестирование на сайте и экспертные сессии от действующих предпринимателей и представителей министерства. Прежде всего, проект сориентирован на молодежь от 14 до 17 лет. Однако принять участие могут любые заинтересованные лица.